слушателям, подписчикам привет. Сегодня будет у нас монтаж теплицы, павильон 4х6. С грядочками, с системой подвязки. Пока приехали, все разложили и приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы построили, нанизали стены. Поликарбонатные стены. Сейчас его будем прокручивать окончательно. Стены, установка параллельно идет переливов. Готовим теплицу к покрытию крыши. Также к теплице были построены грядки. Вот такой вот большой высоты, 40 сантиметров. Две грядки будут стоять по бокам, одна грядка в центре. Боковые имеют ширину 80, центральная 90, но она немножко покороче. То есть пока их сказали не заносить, потому что в теплице будет готовиться под них место. Место приготовят и занесут, поставят. Грядки тоже в цвет теплицы, цвет шоколад. Начался у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу павильон. Ширина 4, длина 6 метров. Пойдем смотреть. Распашные двери по обоим торцам стоят у нас. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 40. Основная арка подпирающая 20 на 20. Арки в виде фирм. Покрашено все полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Имеется у нас система подвязки, 4 нитки, диагональные усилители для большей жесткости. Есть у нас коньковые фрамуги на термоприводах, 2 штуки. Стоит все на брусе, брус 100 на 150 на ребро. И вот закреплен к таким сваям, 20 штук забито. Поликарбонатность 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Высота в коньке 3 метра, высота стены 2 метра. Вот такой здоровенный павильон у нас получился. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.